мельчайших подробностей. Действительно, это, наверное, Шерлок Холмс и Лариса Карась. И могла бы, она еще, я уверена, напишет не один детектив, он, наверное, уже будет далеко не иронический, потому что на самом деле иметь такое качество, как разбираться в людях, и быть психологом от рождения, и быть действительно человеком, который видит глубоко душу любого человека, может узнать, это хороший человек или плохой, это, наверное, действительно наша Лариса. Поэтому я очень рада, что сегодня презентация проходит в нашем дисконбалансе, и несмотря на то, что сборник стихотворения называется «Ангелом мне не стать», наши дети сделали вот такого ангела, Лариса, я хочу тебе подарить этого ангела и пожелать, чтобы в жизни твоей еще было очень много дней, и чтобы в вашей семье появился этот ангел маленький. Дай Бог, чтобы это случилось. Да. И не один. И не один. Спасибо. Что, да?